Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить AMA Live. Я опять до него добрался, наконец-таки, после 4-дневного, по-моему, перерыва. Совершенно не помню, что тут делать, где мы были в последний раз. По-моему, мы остановились около Генри, вроде как лук получили. Давайте разбираться, что же у нас будет дальше. Нас сейчас, по-моему, какой-то трансмиттер пошлют искать, и мы будем, собственно, продвигаться в ту сторону. Возможно, это в будущем нам как-то поможет найти Мэри. Ну и жену свою, соответственно. Да, у нас чекпоинт последний, как раз таки мы пришли. Сейчас по-новому придется пережить эти диалоги. Ну ничего. Я думаю, еще раз поболтаем с Адамом Дженсоном. Почему бы нет? Здесь никого нет. Подожди, мы уже это все видели. Дайте мне уже лук, да я пойду. У меня 3 патрона, я в принципе вообще крайне неплох. Нравится мой мишка, говорит. А где твой мишка? У тебя в руках что-то квадратное, это на мишку не похоже. Ну, ладно. Ладно, может, это и мишка. Пойдемте возьмем лук. По-новому попробуем постреляться. Насколько я понял, это будет достаточно хорошим подспорьем для нас, потому что, ну, блин, лук это все-таки хорошо, это беззвучно. И кроме того, можно очень быстро переключаться, то есть с оружия на лук. То есть можно будет народ дурить просто. Выстрелить из лука, а потом обратно переключиться быстро на пистолет. А потом опять быстро на лук. И, ну, короче говоря, комбинировать. Запугивать народ пистолетом, а убивать из лука, потому что стрелу потом можно будет подобрать. Вроде как я понял. Так, еще раз что ли? Ладно. Довольны? Отпустите меня куда-нибудь уже. Ребята. Что от меня требуется? Ну хорошо. Генри. Генри, выпусти меня, пожалуйста. Ладно. Возможно, мне уже выходить надо. Радиопередатчик right. Здесь, на карте. Линда несколько дней назад нашла сигнал, оттуда исходящий. Не знаем, что там именно находится, но что-то там определенно есть. И кроме того, там есть то, что нам нужно. Хорошо. Блин, как инвалид, как ты выжил в таком мире, ты же обалдеть. За тобой определенно было кому присматривать, похоже. Довольно уютно, надо сказать. Единственное, как у них окна выдерживают все эти бури. Ну, не знаю, может... Если, говорит, выйдешь наружу, не разговаривай с незнакомцами. Спасибо, я уже, блин, приучился. Так, тут еще что-нибудь интересное есть? Вроде как нет, ладно, пойдем. Что это такое? Соль. Хорошо. Так, ну нам, похоже, вниз нужно спускаться куда-то. Я не знаю, как. Сейчас найдем выход. Возможно, там, где Генри был, мы в другую сторону. Сейчас пойдем и выйдем. Пока, Мэри. Что-то, блин, сильно на мне сказывается то, что я очень давно не играл. Я натурально пока что не ориентируюсь особо. Ну вот, все похоже на выход сюда. Поэтому давайте пойдем. У нас 7 попыток, это офигеть как много. Вообще последние 2 серии у меня довольно удачно проходили, меня никто толком убить не мог. Ну, потому что я маленько освоился уже в том, что нужно делать в этой игре. Это меня порадовало. Вообще игра не перестает радовать именно в плане того, что она очень крутая, атмосферная. В последних сериях какого-то такого ощущения безнадёги, как в первых, не было, но все равно очень круто было в этой подземке, эти людоеды. Не знаю, короче говоря, у меня там временами натурально мурашки по коже бегали. Кто-то говорит, что, мол, в Fallout тоже были людоеды, и там человечье мясо тоже можно было жрать. Но Fallout все-таки, это, на мой взгляд, 3-й, он был гораздо более развлекательный. Ой, блин, а что пылища-то такая? Ну, вроде я не выдыхаюсь, поэтому не будем спешить. Пока что у нас пистолет пусть в руках будет. В нем целых 3 патрона, поэтому почему бы и нет.
Что-то мне как-то, я сейчас думаю, мы выйдем наружу, и вся эта пыль, она пойдет нам в нос, в легкие. Да-да-да, пошло. Так, куда мы бежим? Нам нужно пробежать куда-то вон туда. Только это будет не так-то просто, я так понимаю. Давайте-ка мы забежим обратно, маленько подышим свежим, если можно так сказать, воздухом. А теперь давайте попытаемся как-то оббежать этот забор, потому что перепрыгнуть его, я думаю, не получится. Единственное, можно будет вот на эти шипы промежностью сесть. Так. Сейчас он туда куда-то. Причем нужно действовать как можно быстро более, потому что... Блин, ну вы видите, что творится, да? Офигеть. Куда бежать? Я ничего не вижу. Давай, ползи, ползи, браток. Ой, придется что-нибудь сожрать, похоже. Давай, 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 успеваем. Еще и отдышаться получится. Хорошо. Ингалятор у нас есть. Это нам пригодится, нет? Я вообще, по-моему, сюда только из-за него пошел. Есть у меня такое ощущение. Блин, в этой пылище нифига не видать. Да, придется спускаться. Блин, я не знаю, как туда пройти. У нас там все перегорожено. Хотя вон там посередине вроде как что-то есть. Поэтому давайте мы спустимся. И там уже ищем какой-то подъем, скорее всего, я не знаю. Возможно, здесь полезнее было бы ходить пешком, но нет, с другой стороны, у нас просто здоровье кончается примерно одинаково. Ну, то есть не здоровье, а... Ну, вы поняли. Выносливость. Трупы лежат, кругом трупы. Не особо хочется стать одним из них. Так, блин, да что ж такое? А там у нас кто-то есть, смотри. Краем глаза я что-то вижу. Так. Так. Хорошо, хоть содовой много. Так, ладно. Я, честно говоря, иду, куда глаза глядят. Ну, я думаю, вы уже поняли. Ну, похоже, нам вот сюда придется идти. Давай, поднимайся быстрее. Поднимайся. Молодой человек, ты как раз вовремя прибыл, чтобы посмотреть, как я умру. У меня последнее желание. Выкурить сигарету. У меня есть сигарета. Сам-то наш главный герой не курит, поэтому... Травись на здоровье. Где ты это взял? Да не важно. Дай насладиться моментом. В даунтауне все были повреждены, убежища. Землетрясения их просто разрушили. Более маленькие вроде говорят, что остались в более хорошем состоянии. Но я не видел никого, кто пришел бы оттуда. Просто запомни. Короче, будь человеком чести, это все, что у нас осталось. О, тут у нас вертолет мякнулся, и что-то, судя по конструкции, это советский вертолет. Ми-6, что ли? Смотри, правда, что ли? Офигеть. Он-то что тут делает? Так, ребята пыли надышались, похоже. Здесь есть кто-нибудь? Так, подожди. Ну-ка. Я знаю, куда мы приближаемся, кстати говоря. Помните, у нас засада была в одном месте. Мы, похоже, к нему подходим с другой стороны. И пришла пора отомстить этим засранцам. Да-да-да. Да-да, девочка, я здесь. Сейчас твои пареньки придут, и мы с ними поговорим.
Так, ну-ка стоять. Ага, то есть... Ладно, сейчас меня опять убьют. Ну, я просто уже дал ему убить себя. Хорошо. Печально. С ними можно вообще сделать сюрприз киллу? Нет, я не понял, потому что они бегут как-то просто как умалишенные. Нет, они сразу бьют. Пожалуйста, не ножи, говорит. Вот это у них самый крутой. Кидай свое оружие. Оружие кинь. Бросай оружие. Они не хотят бросать оружие. Что, дружок? Нормально, да? А, жаль, два патрона, конечно. Наконец-то я им отомстил. Блин, ну с ними по-другому нельзя было. Многие мне говорили, что можно воспользоваться сюрприз-киллом, но, как видите, он тут не действует. Кроме того, лук я в первый раз посмотрел. Он действительно только, как говорится, для того, чтобы застать врасплох. И тогда можно будет в него выстрелить. А если ты целишься, то тебя успеют добежать и убить. Они заставили меня это сделать. Помоги, говорит мне, сними эти наручники. Мне их что, нужно прострелить, что ли? Знаешь, нет. Обойдешься. Из-за тебя меня чуть не убили. Вернись. Я клянусь, что они заставили меня это сделать. Да замолчу уже. Так, ладно. Как же мне сюда попасть? Сейчас я по этому монорельсу, если пойду, то я думаю, будет нормально. Хотя он там разрушен, по-моему, с той стороны. Точно не могу сказать, по-моему, так. А там у нас что? Туда подняться я вроде как отсюда не смогу. Ну что-то там вроде интересное. Ой, блин, да ты заколебала. Я смогу луком прошибить, нет? Чё, похоже, нет. Ой, как я не хочу тратить на тебя патроны. Блин, ну я не могу тебя оставить в беде тут, ёлы-палы, ну... Я надеюсь, ты на самом деле не хотела этого. Я думал, ты меня тут оставишь. You know, a lady told me there were a couple of emergency centers set up for isolated women and children. Здесь, говорит, было несколько центров для детей и женщин. That was in the early days. I don't know if it was wrapped up well enough to resist the dust. It might be worth taking a look there. Я, говорит, не знаю, возможно, они сейчас после того, что произошло, уже разрушены, но я думаю, оно стоит того, и ты можешь посмотреть. Может, там действительно что-то осталось. Надеюсь, говорит, мы встретимся, я смогу тебе отплатить за твою доброту. Да уж, лучше бы это тебе на самом деле сделать, потому что я потратил на тебя последний патрон. Натурально жаба душила, но, блин, я не знаю. Раз уж... Хороший персонаж у нас, то пусть будет хороший. Так, здесь у нас содовая должна быть. В прошлый раз я ее бросил, оставил. Хорошо. Блин, ноль патронов, офигеть. Это печально, по-моему. А, ну и сейчас мы, похоже, поднимаемся-таки, да идем в ту сторону. Да, здесь все разрушено, но будем надеяться, нам хватит, чтобы добраться. В последний раз мы поднимались вон на то здание, вон там скатывались, когда нам нужны были медикаменты для Мэй. Так, я надеюсь, ты здесь сможешь пройти? Да, вроде может.
Блин, как там внизу плохо, а? Кошка тихая. Блин, я надеюсь, вы не слышите того грохота, который создает моя кошка во время записи, потому что это натурально, ну я не знаю, ненормально. Ее шум моего голоса, что ли, привлекает, или еще что. Просто она в остальное время себя гораздо спокойнее ведет. А тут начинает натурально виражи закладывать. Так, мы почти дошли, осталось... Ой, там что-то мне не нравится. Мы не пройдем напрямую, что ли, похоже? Лодка? Какого хрена здесь делает катер? Он даже нарисовал катер, это, похоже, тоже удивил. А, там радиопередатчик прям на нем. Так. Сигнал, похоже, оттуда, говорит, идет. Или из места близкого к нему. Оттуда я, скорее всего, смогу забраться. Так, мы спускаемся опять в этом углу. Так, тихо, аккуратно. А, блин, дружок, давай, пожалуйста. Я там слышал чей-то голос внизу, ну ладно. Блин, ну пожалуйста, поднимайся. Так, нам, похоже, вам по той нужно было подниматься, я не по той забрался. Ну, давайте посмотрим, куда это нас приведет. Кто-нибудь помогите, говорит. Это, видимо, внутри, там, в этом помещении. Ну ладно, с этого рекламного щита придется спуститься, да, собственно, подняться уже оттуда. Да, блин. Почему же у тебя вниз так туго получается опускаться? Да и подниматься тоже. Кто где? Я никого не вижу. Он, по-моему, повыше был. Так, тихо, аккуратно. Тут вроде место обитаемое. Ладно, если что, найдем попозже этого парня, который там страдает. Посмотрим, это была нелегкая дорога, надо отметить. Пока разобрался, куда идти, прошло достаточно много времени. Ну, как видите, мир тут довольно-таки открытый, то есть open world-ом-то назвать нельзя, но можно возвращаться на места, где мы уже были. То есть не такие, то что там стандартный уровень, как кишка прямые. Здесь больше на именно исследование и поиск путей, чтобы пробраться. Так, получите передатчик из комнаты навигатора. Пойдем посмотрим. Передатчик должен быть на корабле. Иди проверь, но будь осторожен. Не могу сказать, есть там кто или нет. Да, определенно есть. И ты, все, что ты видишь, принадлежит нам, включая тебя. Ребят, потише. Лучше бы тебе сюда не повернуть. Да твою мать, ты что делаешь, урод? Бросил? Стоять! Хорошо. Блин, ну даже без патронов мы неплохо справляемся. Блин, сколько патронов я потратил на этих уродов? Ну ладно, стрела у нас есть, так что что-нибудь, надеюсь, получится. Как я и говорил, корабль далеко не заброшенный, поэтому нужно быть осторожным. Ребятушки здесь довольно опасные. Пойдемте, пожалуй, по внутренним помещениям. Только сначала тут посмотрим, что. Человек, что ли?
Да вроде нет. Ладно. Зачем ты в это ввязался? Боль утоляющая. У меня их уже полно, по-моему. 8. Ну да. Довольно много. Как я и говорил, корабль достаточно хорошее место для жизни. И для смерти тоже. В картишки играл, похоже. Так, тихо. Что-то музыка нехорошая заиграла. Ребята, ты что тут делаешь? Осматриваешься, типа? Да успокойся. Говорю, успокойся. Блин, у нас главный герой натурально маньячина какой-то. Человек пошел ему карманы пошушать, он его сразу без разговоров по горлу ножиком. Какая удача. Да, здесь, похоже, больше всего ценятся эти аптечки первой помощи, потому что они сразу все восстанавливают. Вообще большая редкость. Блин, мне бы кого-нибудь с пистолетом. Чтобы взять с него патрон. Спуск вниз, но туда пока особо не хочется. Да и похоже, что и нельзя туда пойти, потому что там какой-то слишком уж крутой был спуск. Хотя нет, нам похоже, только туда и остается. Если только по перилам не придется лезть. Так, аккуратно. Ой, эта темнота мне не нравится. Далековато еще, надо сказать. Там горит пламя, значит, там кто-то жжет. Hey, you! I can see you! Oh, man. You really don't want this. Так, дружок, выходи сюда. That's it. Just keep right on. Ладно, ладно, просто прохожу. Он не агрессивный, поэтому постараемся не встревать. Я надеюсь, он мне в спину, конечно, не выстрелит. Что там происходит, кошмар? Откуда ты своими друзьями пришел? Скажи, или умрешь. Клянусь, мы живем на крыше. Просто так. Ты врешь. Вы хорошо накормлены и выглядите свежо. Да хватит его пытать, что ж ты за изверг такой? Он наслаждался этим. Да, садюк я тоже не люблю. Тебя можно освободить, нет? Хотя ты явно не в лучшем состоянии сейчас, чтобы передвигаться. Ладно. Блин, конечно, в таких узких коридорах с видом от третьего лица не очень удобно осматриваться. Но нам сейчас, похоже, вниз туда, там ангар какой-то был. Вроде как. Ой, ребятушки, что-то я чую беду какую-то. Неохота мне туда спускаться. Что-то там лежит, надо будет за этим сходить. Если будет до того. Так, неужели мы сюда только за этим ходили? Еврика. Еврика. Так, мы подобрали шприц с адреналином. Что он нам дает? А, то есть он полностью все восстанавливает. Выносливость. Ладно. Блин, как тут темно, а? Здесь просто по игре темно. Так еще и у меня, как вы знаете, очень темнит изображение.
та штука, с которой с помощью которой я захватываю видео, поэтому мне достаточно трудно сейчас что-то разглядеть. Так, ну ладно. У нас действительно там нету никакого прохода, что ли, больше? Смотри, похоже на то. Дверь не открывается. Ты нам ничего не можешь преподнести, похоже. А, его можно подлечить. Держи два боли утоляющих. Ты мой герой. Давай только вот без этого, ладно? У них, похоже, банда или что-то типа того. Они сказали, что ищут какого-то выжившего. Я сказал, что только попал сюда, не знаю, что происходит в Хавентоне. Они ищут какого-то выжившего, который, по слухам, здесь находится где-то. Если бы было столько побольше людей, типа тебя в этом мире, но эти дни ушли. Ладно, говорит, я тут отдохну, прежде чем идти. Спасибо тебе большое. Да не за что, дорогой. Живи теперь. Ой. Давно я хорошим в играх не был. Все козлом да козлом. Иногда приятно. Так, ну там, похоже... Неужели мне назад нужно возвращаться? Как же темно. Обалдеть. Так, ну я туда же выхожу опять, да? Да. Ладно. Братья, мне, похоже, мимо тебя придется пройти по-любому. Я, конечно, не уверен, но... Тут мы еще не были. Сейчас мы со спины зайдем к тому же пареньку, да? Нет, тут тупик. Ладно, идем еще ниже. Почему вообще я вниз спускаюсь? Передатчик-то наверняка наверху находится. Навигационная комната-то она повыше, как правило. Тихо. Вот это его пистолет. Стоять. А у меня стрелы-то нет. Блин, мне хана. Он пистолет. Откуда у него пистолет-то? Все, блин, что делать? Что делать? Все, мне хана. Да. Так, ребята, что же с вами делать? Блин, да вас никак не обойти. Да я хочу спасти тех ребят вообще, по идее. У того пистолет. О, говорит, приветик. Ты как сюда попал? Ой, они сразу атакуют, сразу. Мне хана. Блин, я не знаю, что с ними делать. Это офигеть просто. Ну. Сразу атакуют, то есть без разговоров. Хватай, хватай, дорогой. А, у него два патрона сразу, обалдеть. Теперь давайте поговорим. А ты что, испуган-то вообще? Я не понял. Что происходит вообще? Ой, а ты что делаешь, урод? Я вообще кнопку не нажимал. Ой, бляха-муха, что ж происходит-то, а?
Это что за баги? То есть я просто нажал прицелом, выстрелил, во-первых, а во-вторых... Ну, ладно. Ладно, это было странно. Я не знаю. Меня преследуют баги всякие. Это, по-моему, было удивительно. Или это вы мне как-то помогали? Или что? Что вообще происходило? Это странная серия. Я в ней не могу сказать, что у меня что-то хорошо получается. Но, по крайней мере, один патрон у нас есть. Ладно, мы, конечно, одну аптечку были вынуждены использовать. Ребят, вы можете идти уже. А то так и будете сидеть тут, пока кто-нибудь новый не придет по вашу душу. Да, это было непонятно. Чё там? Я уже боюсь целиться, потому что последний раз, когда я целился, он взял сам и выстрелил. Причем выстрелил он в воздух. Какого хрена было? Ладно, мы вроде поднимаемся. Блин, много странной хрени произошло. Эйловая. Ну, давай, иди сюда. Нормально. Так, ладно, подобрали. Мне, похоже, придется помонтировать, потому что очень много каких-то непонятных фейлов было. Как я сам лажал, так и игра лажала со мной. Почему это происходило, я не понял, но... мне это не очень понравилось. Я думаю, смотреть это будет неинтересно, поэтому постараемся сделать как можно более... Привет. Сейчас еще побежит народ. Ты бы бросил? Это не бросит. Придется убить. Давай, кишки наружу. Хорошо. Ой, блин. Ладно, в этот раз у нас все получилось достаточно хорошо. Бронежилет, конечно, достаточно неплохо так выглядит на нашем персонаже. Это круто. Не, ну баг, конечно, был прикольный, когда с теми тремя дрался. Сначала пистолет сам выстрелил, потом еще... Народ просто начал падать сам по себе. Что это было вообще такое? Так, ну мы подбираемся, похоже, уже, по идее, этой серии надо заканчивать, но я хочу уж в этой серии добраться до передатчика. А так-то вообще мы близки уже, да? Конечно, надо бы обыскать все это на предмет хороших вещей. Так, там у нас больной какой-то. Карантин, не заходи. Больные люди. Ладно, только чахотки мне не хватало. Блин, ну по идее можно лекарство дать. А нет, у них заперто все. Возможно, с той стороны я бы зашел. Ну ладно, давайте пойдем наверх. Всем все равно не поможешь. Но если кто по дороге будет встречаться, мы будем помогать, конечно. Так уж прям заморачиваться по этому поводу неохота. Так. Вроде никого там на вышке. Блин, ну этой серии я просто вот сейчас вот так вдумываюсь. Это же офигеть, сколько всего глупого в ней было. Я надеюсь, вы меня простите за это, потому что нормального в ней тоже было более-менее. Непонятный язык. Генри обрадуется, когда я ему принесу это. Теперь давай убираться. Так, тихо. Дверь. Почему дверь закрылась? Ну ладно, давайте, я думаю, на этом мы прекратим эту серию. В следующей будем выбираться, пойдем обратно к Генри.
Надо сказать, что эту серию придется помонтировать и выкинуть много глупых смертей, когда я просто пытался вспомнить, как да что тут вообще в этой игре. Кроме того, парочку фейлов уже самой игры надо будет вырезать. Ну, то есть, самый смешной я оставлю, а остальные просто... Я не знаю, что-то сегодня меня игра маленько удивляла. Ну да ладно, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.